Добрый день, меня зовут Наталья. И сегодня на НКМ ТВ мы поговорим о том, как привить любовь ребенка к чтению. Или книги против гаджетов. Дети часто копируют основные источники информации. Телевизор, компьютерные игры. Если ребенок смотрит ролики с YouTube, то он будет разговаривать как видеоблогер. И если читает, будет использовать фразы любимых героев. Знакомьте детей с книгами с самых ранних лет. Подбирайте книгу по возрасту и интересам. Для годовалого ребенка лучшей литературой будет большая книга с яркими правдоподобными иллюстрациями или с минимум текста. Дошкольникам подойдут книжки с крупным шрифтом. Не переживайте, если школьник выберет комиксы, а не мировую классику. Пусть лучше он читает то, что ему интересно. Читайте по ролям, проговаривайте слова эмоционально, показывайте неподдельную реакцию, юмор, страх, интерес, радость. Дети в любом возрасте обожают перечитывать любимые книги. Делайте случайные ошибки. Ребенок обязательно поправит вас, демонстрируя замечательную память. Делайте перерыв на самом интересном месте. Растяните удовольствие от книги на несколько вечеров. Нетерпеливый ребенок обязательно захочет услышать, что же происходит с его любимым героем дальше. Не торопитесь удовлетворять его любопытство. Дайте ненавязчиво понять, что если ему хочется побыстрее узнать суть сюжета, пусть научится читать. Сделайте покупку книги настоящим приключением. На это надо выделить не менее 1,5 часов. Дайте ребенку корзинку, позволить положить в нее все то, что он хочет. Знакомство с книгой тоже можно превратить в праздник. Полистать книгу в кафе, посадить ребенка в ванну с пеной и прочитать первые страницы. Читательские ритуалы очень полезны. Сделайте чтение настоящей игрой. Приучая ребенка к книгам в раннем детстве, имейте в виду, что дети начнут читать, если будут воспринимать этот процесс как игру. Создайте ребенку правильное окружение. Если у ребенка есть хотя бы один читающий друг, то вероятность, что начнет и ваш, увеличивается. В 9-11 лет у детей появляются первые секреты от родителей. Возникает тяга к коллекционированию. Предложите своему ребенку на пару с другом сделать коллекцию крутых книг. А вдруг получится? Демонстрируйте хороший пример. Много и регулярно читайте. Дети очень любят перенимать и копировать родительские привычки. Идеальный вариант, если бы в вашей семье были традиции, связанные с книгой. Собственной мини-библиотекой. С вами была Наталья и наш канал НКМ ТВ. До новых встреч!